нашли новые закрытые подвалы в Майнкрафте. Привет, я повар-обезьяна. Если ты не хочешь, чтобы я съел тебя, поставь лайк и подпишись на канал за 3 секунды. 1, 2, 3. Всем привет, ребят! С вами я, Зомбак, и сегодня у нас новые закрытые подвалы в Майнкрафте. И здесь в этом видосике будет очень необычный гость. Я думаю, вы все его ждали. Угадайте, кто это в комментариях. Итак, ребяточки, это сынули енотик! Сына? Привет, привет! Здорово! Привет, ты чё, меня? Давненько не было моего сынули в видосах, да, ребят, да? Да! Да, все сегодня ждали, представляешь, смотреть... все ждали. Да! Все писали в комментариях, сына вернись, где ты, писали я в комментариях. Я вернулся! Да, ребят, если вы хотите, чтобы сына снимался в каждом моем видео, поставьте лайк прямо сейчас под это видео, и он будет в каждом ролике. Ну что ж, сынули, погнали выбирать, какой же из этих подвалов мы сегодня пойдем и увидим этих погнали, персонажей. Погнали. Так, смотри, у нас здесь есть Венсдей, это у нас Виктор, шериф. Это у нас, как его зовут-то, Флуффутбенс, что-то там, Флуффутбенс какой-то, у него очень прикольное имя. Ну и это самый страшный Бен-Бан Икзи. Так, я предлагаю пойти к вот Флуффутбенсу, вот этому непонятному чувачку. Ты что на это думаешь? Погнали, ты готов, ты прям готов? Я готов, я готов. Лайк поставил? Лайк поставил? Лайк поставил. О, все, и вы лайк поставили, погнали! Сынули поставил, давай. Так, решеточку ломаем, ломаем, и все, давай, давай, погнали, погнали, давай, ты первый. Погнали, ой-ой-ой, сына, где это мы оказались? Куда мы попали? Это какая-то шахта, шахты, монстры. Это же Флаффи Пенс, ой-ой-ой, Виктор, куда я спрячусь обратно в портале, все, сына, пошел на нас, сына, он нападает уже! Тут и кенгуры, кенгуру всякие, тут очень разных много монстров. Так, на меня, тут Виктор смотрит, ай-яй-яй, иди сюда, на тебе, получай. Так, сына, у тебя пушек хватает, да, чтобы с ними драться? Все отлично, все хорошо. Отлично, смотри, отлично. Ой-ой-ой, циклоп! Сука! Аккуратно, будь аккуратней, слушай. Тут у нас циклоп есть, смотри, он очень сильный, его лучше не трогать. Так, ну-ка, хотя попробуй я его вот так заражать! Я с циклопом справился, сына! Я справился с гигантским циклопом! О, это Бен-Бан Икзи! Я еще такого в Майнкрафте не встречал, смотри, какой страшный! Эй, ты, Бен-Бан! Бен-Бан! А! Он за мной побежал! Аккуратно! Сейчас его победил! Я его из лука, я его из лука сейчас! Пай! Ой! Я в тебя попал! Давай, давай ему тузицу с ним, давай, бей его! А что за шахтеры, слушай? Так, подожди, мы всех победили? А мы, смотри, шахтеров много. Да, это тут какая-то шахтерская этот, они тут золото добывают. А вот кто все золото в Майнкрафте поставляет. Мазики. Сына, а что пройти дальше, нам нужен ключ. У тебя нет ключа? Ну-ка, я сейчас посмотрю. Нет, нету. Ключ. Нет, у меня тоже ключа нету. Сундук, по-любому. Алмазики, забираем, забираем. Все, я, короче, эти алмазы... Ты куда их раскидываешь? Мы их на них на новый компьютер потратим лучше. Вот, берем, да, конечно, алмазы, да, заберем. А где ключ? Давай у шахтеров, может, посетить. Шахтеры, они со мной не хотят говорить. Так, ищи ключ, нам нужно найти ключ. Я нашел, сына! Где он? Ключ здесь. Вот, все, я взял. Пошли, пошли. Побежали. Пам-пам-пам. Так, открываем дверь и... Ух, что же дальше? Сына, я дальше не пойду. Там монстры. Там страшно. Я ключ уронил в лаву. Беги. Нет, зажали. Нет. Живи. Так, беги, беги обратно, беги сюда. Убегай, убегай. Так, давай, аккуратно. Здесь улиточка просто, ее надо победить. Все, отлично. Ты горишь, сына, тебе в ведро. А, больно, больно, больно. У нас воды, воды нету, конечно, это плохо. Капец, сколько монстров. А я вон туда направо. Ай, я через лаву. Я наверх залез. Здрасте. Я прям аккуратненько, нижненько пройду. А, тут надо все честно проходить. Ладно, я с тобой пойду. Я пойду честно с тобой по этим путям. Так, давай, давай, давай. Идем дальше, дальше. На тебе, получай, Нивер! Отлично, смотри, это Пикстер и Охотник! Нужно их тоже победить. Аккуратно, эта свинюха может тебя съесть. Смотри, у нее 4 глаза торчат в разные стороны. Отлично, сына, ты справился вообще. Не зря я сынули позвал, ребят. Больно, больно, больно. По шипам-то не прыгай, они, конечно, колючие.
Ребята, если вы любите ролики с сыну Леонотиком, ставьте лайки, они будут почаще. Хоть каждый день. Я тебя в лаву скину. Я тебя в лаву скину, извини. Так, давайте-ка. Все, да, давай-ка замутузим его. Отлично, сына. А здесь сундучок. Сундук? Здесь золото. А, это у тех шахтеров стащили. Мне кажется, эти монстры стащили золото у шахтеров. Потому что они же добывают, да? По-любому. Ну, это ладно, я думаю, они возьмут себя. Погнали дальше. Пойдем дальше. Это тот самый повар обезьяны, который лайки выпрашивает. Ну-ка, пошли-ка. Давай ему наваляем. Пошло! Давай, получай. Отлично, давай, беги, тут со всех сторон у нас. Так, я хочу... Ай, ты в меня-то не стреляй. Я, короче, взял меч, сейчас мечом наваляем. Так, отлично. Опа, тут и всякие киси-миси, и алфавит лор, ребята, они со всех сторон на нас хотят напасть. Так, ты справился? Отлично. Я смотри, справился. Тут еще несколько осталось. Есть что, перезаряжай пушки просто. Они у тебя... У тебя там бесконечно патронов. Так, нафиг, давай. Ничем, последний манкас остался. Фух. Все, справились. Так, смотри, я... Помнишь, я тебе сказал, что я утопил ключ? Я в лаву ключ уронил, а нам нужен ключ. Так, ну я думаю, что его здесь можно как-то получить. Так, что это у нас такое? Лук и... Стрелы. У меня есть, короче, лук-стрелы, можешь взять сундучка, если нету. Мне кажется, нам вон те штуки надо зажечь, смотри. Там фонари, да, вот, наверное, туда надо стрелять. Ты что меня-то дерешься? Давай попробуем пострелять, вот, отлично, я попал. Так, меткость наша, все. Мы две стрелы одну вогнули, смотри. И... Так, где всё. Наш ключ? Нас обманули? Тебя ключа не дали? У меня есть ключ! Ну-ка. У меня есть ключ! Отлично, сына! И пойдем дальше! Так. Открываем, идем дальше! Сына, здесь паркур. Ты не любишь паркур, я знаю. Но ничего, нам, я тоже не люблю. Так, давай его просто рукой столкну. Соник, иди, давай, падай вниз. Они вообще легкие. Все, давай! Так, аккуратно, только нам друг друга. Давай, ты первый проходи, или я первый? Я первый. Я думал, ты перепрыгнул. Все, отлично, пошел. Смотри на него, пока... какой он. Давай, скидывай их. Хоба. Да, это зомби. Но я-то добрый зомби, а он злой. Надо. А-а-а. Ты аккуратно, тут лианы по краям растут, они могут тебя зацепить, да-да. И ты упадешь. Так, да. Перелезаем. Ты внизу. О, нет. Так, ща. А по лиане можешь скарабкаться, там лиане на стенах. Отлично. Забирай, добирай. Так, а я попробую пройти паркур, а то мне в каждой серии пишут, что я нуб в паркуре, вот, я попробую пройти. Постарайся. Так, отлично, тут, в принципе, легкий паркурчик. Так, отлично, на тебе стингер. Сына, ты скарабкался уже? А я снизу уже. А, все хорошо, я чуть не упал. Такс, я на последнем блоке, пожалуйста, не упасть. О, тут Венсдей, а ты где? А я иду, не переживай, я тут, я пришел, смотри. Я тебя потерял. А, ты тут. Я там тебя внизу ищу. Вот, отлично. Венсдей, эй, ты на кого смотришь? Ага, броня ей лучше, конечно. Привет. Да, приветики, ребят. Да, Венсдей, приветик. У тебя тут алмазы, а можно мы тебе твой алмаз себе тоже заберем? Да, конечно, забирайте. Забираем, сына, давай. Ну, мы же, наверное, поделимся. Да, мы там нашли, на самом деле, намного больше алмазов, так как ты была щедрая и добрая, мы тебе, вон, целых 300-400 все алмазы дадим. Вот, на компьютер потом накопим. Все алмазы Венсдей, ребят, за такой лайк. Погнали, сына? Погнали! Ой-ой-ой-ой, сколько много библиотека. А! Я чуть в лаву не упал, тут дырки в полу. Там лава и озера, слушай. А я иду такой на спокойнике, знаешь, чуть не упал. Давай вот этого сейчас победим. Так, а что тут вообще делать надо? Я сейчас аккуратненько пройду. Тут какие-то есть стрелочки. Я на шифте иду, короче. Тут есть стрелочки. Ага. Надо идти, наверное, по стрелочкам. А, я понял. Тут у нас дверь решетка, ребят, но чтобы ее открыть, нужно угадать пароль. Да, пароль я не знаю. А вон, цифра 1. Погнали по стрелочкам? Так. Погнали. Давай. Так, первая циферка 1. Вон там я вижу еще цифру 4. Ой. Погнали. Пошли. Нам, ребят, нужно, я так понимаю, по вот этим стрелкам идти, да? И тогда мы найдем пароль. А здесь стрелка в стену уходит. И куда нам в стену? Наверное, наверх. Может там... А, я думал, там секретная комната. Ну да, наверху, наверное. Что за цифра там? 8. 8. 1, 4, 8. Я последнюю цифру 2 вижу. Смотри, вон с той стороны. Где?
Вон там вот посередине. 1, 4, 8, 2. Давай попробуем. Так. 1, 4, 8, 2. Отлично, сработало, сына. Давай, 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 успей. Ух ты, ты в последний момент успел. Серьезно, да. Чуть не закрылось. О, здесь у нас нап-нап, шериф и домоголовый. А, он на меня бежит. Давай, 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 мутузила. Бери дробовик, мутузила. Сейчас, ой-ой-ой-ой-ой, меня нап-нап догоняет. Сына, помогай, прикрывай. Как хорошо напарника иметь, слушай. А когда это твой сын, это и вдвойне приятней. Я бы один не справился. Погнали на домоголового! Пам, все силы! Берем все пушки, па-па-па-пам! Фу! Сына, здесь у нас овечки, коровы, но это... Ладно, главное портал, мы можем вернуться. Погнали! Погнали! Па-па-па-пам! Так, ребята, возвращаемся обратно, сына! Это было очень круто-круто-круто! Мы встретили всех персонажей, представляешь? Мы пошли к Флупенсу вот этому, а встретили всех. Это, ребят, видео было реально крутое. Вернулся сынули, за такое поставить лайк надо обязательно, да, сына? Конечно, обязательно. Прям сейчас ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. А с вами был Самбак и сынули и Нотик, и крутейшие подвалы. Всем пока-пока. Всем пока-пока. И снова привет. Нажимай на эти видео, иначе я приду к тебе ночью. Ха-ха-ха.